Давай. Смотрите, смотри, как он сожжет, он тебя. Да, конечно. На, да, на, да, готов. Ладно, давайте, пока. А то меня там этих ждут. Мужики, выручайте, а? Ролекс. Реальный, не китайский. Просто деньги вот так вот, позарез нужны, ну, вилы. А? У нас что, ломбард, что ли? Слышь, ну, хорош. За косарь отдаю грина. Он в реале 5 стоит. Бери, а? Не нужны нам часы, иди отсюда. Ну, за пятихатку возьми, ну. Тебе же сказали, не надо. Отвали! Да что ты быкуешь-то? Че? Ну, хорош, 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 мужики. Мир, дружба, жвачка. Ухожу. Первый, первый! У нас ЧП, Сережа, похитили около школы. Серый миниван. Это Черский, вас услышал. Подключаюсь. Садитесь им на хвост, медмаша 4 выезда из города. Нам пробили колеса, мы их потеряли. Да чего? Руки убрал! Ты ж, малек, что, взбесился, что ли? Заткнись! Вам конец, понятно? Че, плохо понял, что ли? Заткнись, говорю! Че, хвостов вроде нет, одни. Через них все. А, мы в сторону Лагинного озера едем. Я там был. На рыбалку, что ли? Молодец, Серега. На рыбалку, что ли? Внимание, первый. Свяжитесь с полицией, пусть проспект Труда перекроют. Конкретно на хвост сел. Давай, 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 давай. Смотри. Еще шаг, я его грохну! Отпустите парнишку, никто не пострадает! Заткнись! Ствол на землю и отошел, чтобы я тебя видел! Ствол на землю! Если вам нужны деньги, я готов обсудить. Заткнись! Шпалер, ногой ко мне! Быстро! Данила, сзади! Пожалуйста, осторожнее. С этой сменной экспозицией никогда не знаешь, как... Что, куда ставить? Вот сюда вот ставьте. Вот сюда. Что же вы наделали, а? Случайно задели. Как слоны в посудной лавке. Это же величайший экспонат, ему цены нету. Ну вы тоже виноват! Ну-ка, уходите с глаз моих.
Вы должны были смотреть. Все, уходите, чтобы глаза мои вас больше не видели. Ты фильмов насмотрелся? Устроили стрельбу в центре города, средь бела дня. Это хорошо, что вы еще не ранили никого. Капитан, мы действовали по инструкции. Ты мне договоришься, Черский. А я сейчас возьму кедрение Фени, закрою тебя на 3 суток. А потом устрою судебное разбирательство, а? Слушай, ну поставь себя на мое место. Какие-то отморозки похищают сына твоего шефа. Ты можешь догнать их и отбить ребенка. А можешь звонить в полицию и долго и подробно рассказывать о том, что произошло. Долго, потому что дежурный должен все записать. А в это время сам знаешь, что происходит. В это время они уходят из города, из области. Их никто никогда не находит. Мне спасибо, ты мне мозг уносишь. Здорово, капитан. Здравия желаю. Ну что у тебя? Мордует? Да так, рабочий момент. Ну, Хлебанов у нас еще тот зверь. Ему палец в рот не клади. Так, короче, свободен. Товарищ полковник, на каком основании? Нет состава преступления. Что это за черти-то были? Да, мелкие сошки. Киднеппингом занимаются. С Кузьмина хотели 100 тысяч долларов за сына взять. Ларочка, вы свободны? Зайдите, пожалуйста, ко мне. Да-да-да. Да, Борис Янович, вызывали? Да, здравствуйте, Ларочка, проходите, садитесь. Как ваш кхмерский перевод? Все уже в типографии. Угу. Чем сейчас занимаетесь? Ищу новую тему для диплома. А то мне дали какую-то позднесредневековую керамику Томского Приобья. Ну, хочется чего-то особенного. Ну да. Взгляните, пожалуйста, вот на это. Ну, текст на древнекитайском. Здесь требуется дословный перевод. А печать? Похоже на печать какого-то хана. Возможно, даже Чингисхана. Здесь еще какие-то иероглифы. Это, скорее всего, шифр. Шифр? Какой шифр? Ну, так в древности делали на случай, если документ попадет в руки к неприятелям. И, скорее всего, здесь речь идет о каких-то сокровищах. Я не могу перевести, здесь нужен криптолог. Угу. Спасибо, Ларочка. Угу. А откуда это у вас? Я так скачал на сайте. Лариса, я хочу, чтобы вы сделали подробнейший перевод данной распечатки. Хорошо. Кстати, отличная тема для моего диплома. Да. До свидания. До свидания.
Вадим! 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 Вадим, мне тебя нужно срочно видеть! Борис Янович, я сейчас не могу. Да я завален работой. Что вы говорите? Чингисхана? Ого! Любопытно не то слово. Скиньте мне этот файл на почту, я посмотрю. Борис Янович, вы представляете, у нас полное совпадение с печатью Чингисхана. Борис Янович! Борис Янович! Что? Ну что? Все дело в зеркале! Эти иероглифы никто бы никогда не разгадал, потому что они написаны в отраженном виде. Их можно прочитать только с помощью зеркала. Вот! Надо было расшифровывать не оригинал, а его отражение. Вадим, ты гений! Да ладно. Только есть один момент. Чтобы найти клад, нужна карта. Такая карта есть, но она разделена на две части и спрятана в двух других тайшерских будах. А у нас в руках просто инструкция, заверенная печатью. Так, подожди. Значит, это инструкция. И есть еще два таких Будды. Да, так написано в инструкции. В каждом Будде половина карты. А где их искать, не знаю. Так. О, ты знаешь, что я где-то видел нашего Будду? А? Мама моя. Так. Это не то. Подожди-ка. Вот он. Будда, найденный на раскопках Тайшера.
Похож на нашего. И размеры совпадают. Узнать бы еще, кто его купил. Ну, это-то как раз не проблема. Так-с. Вот. Статуэтка Будды продана в прошлом году за 26 тысяч фунтов коллекционеру из Новосибирска Батову. Да, тяжелый случай. Знаете его? Знать не знаю, но наслышан. Ну, в идеальном состоянии. Да, я эту лохушку развел, я ее взял за 300 баксов. Да, ну на самом деле, ну 1020 евро, если не больше. Ну заезжай, покажу. Ну заезжай, заезжай, ты же знаешь, я не жадный. Заезжай. По офисному. Слушай, старик, давай заезжай, мне тут по параллельной линии звонят. Да, давай, ага. Какой-то Споровский, Музей Азии. Слушаю вас. Здравствуйте, Николай Павлович. Я бы хотел вам сделать заманчивое предложение. О чем идет речь? Давно хочет приобрести тайшерского Будду из вашей коллекции. Нет. Нет, мне это не интересно. Куда отдать? А, выставить на экспозицию? Вы знаете, я ведь его не для того, чтобы обменивать или выставлять, приобретал. Зная вашу любовь к китайскому фарфору, мы готовы предложить вам следующие экспонаты. Он нам его не отдаст. Тогда надо взять силы или украсть. Как ты себе это представляешь? Борис Иванович, я пошутил. Нашел время шить. Украсть это вы. Борис Иванович, хватит. Мы же не опустимся до воровства. Тебе что, деньги не нужны? Нужны. А украсть у этого жулика Батова это даже хороший поступок. Только вот кто пойдет? Я или, может быть, ты? Здесь нужен профессионал. Профи? Я знаю одного. Могу поговорить? Здорово! 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 Случилось что-то? Слушай, а ты чего в гости не заходишь? Жена тебе привет передает. Спасибо, зайду обязательно. Светке тоже привет. Ты чего здесь? Да, есть разговор. Мы тут хотим тебе кое-что предложить. Мы? Это кто? Ну, директор музея Споровский, может, знаешь его. И я. История такая. В Новосибирске есть коллекционер, у него есть статуэтка Будды, которая нам очень нужна. А продавать он не собирается. Ты смог бы ее достать? Каким образом? Ну, украсть. Тебе не кажется, что не по адресу обратился? Погоди.
Мы заплатим. Сколько скажешь? Так. Ты вообще нормальный, а? Я начальник службы безопасности, а не домушник. Я знаю, но просто мы сами не справимся. Нам нужен такой человек, как ты. Ну, можно даже саму статуэтку не брать, а взять только то, что внутри. Сам хозяин и не догадается. Так, давай-ка на чистоту, давай, а то разговор не получится. Что там внутри? Там карта клада Чингисхана. Серьезно. Так, давайте уточним. Карта места захоронения клада разделена на две части, которые находятся в двух других таких же будках. Известно их местонахождение? Ну, пока нам известно про одного такого будду. Он находится в Новосибирске. Ваша задача – достать его содержимое. Так, чтобы хозяин ни о чем не догадался. Мы готовы заплатить. Можете назвать любую сумму. Ну, в разумных пределах, конечно. Я достану то, что вам нужно. Денег за это не возьму. Если мы найдем клад, я получу свою долю. Устраивает? Меня – да. Ваша доля – 10%. 10% – это сколько от миллиарда? 100 миллионов. Хорошие деньги. Я в деле. Батов Николай Павлинович, 48 лет, из них 13 по лагерям. Грабежи, разбой, в общем, ничего святого. Тот еще клиент. Да что ж так простуд, что ли? Так видишь, погода какая. Так вот, в 2000-м завязал с криминалом, занялся бизнесом, имеет пельменный завод. Уважаемый в городе человек. Николай Павлинович, здравствуйте. Кто это? Мне ваш телефон дали в галерее Шульмана. У меня есть то, что вас очень заинтересует. О чем идет речь? Золотые украшения и доспехи, принадлежавшие Чингисхану. Там около 6 килограмм. Отдам за полцены. Чингисхана? Да. Откуда такая уверенность? Есть экспертиза аукционного дома «Антиквар». «Антиквара»? Ну, хорошо. Ну, привозите что-нибудь на пробу, я гляну. Завтра, с утреца. Дело в том, что я здесь проездом, и у меня очень мало времени. Давайте сегодня. Скажем, в ресторане «Разгуляй» в 7 вечера. Готов показать весь товар. Договорились.
датчик движения сработал. Чего? А ну давай обратно! Не дай бог что-нибудь пропадет! Я вас грязью смешаю! Давай поворачивай. Смотрите картину, не попортите! Слышь? Ну-ка, быстро, быстро наверх! Знакомый шрамчик. Неужели это ты, Данила? Это кто такой? Данила Чешский. Мы вместе с ним в ФСО служили. Я-то ему этот шрам там и поставил. Кто там? Обслуживание номеров. Одну минуту, я оденусь. Ушел в окно. Так, слушай меня внимательно. Провери вокзал, аэропорт. И вообще перекройся весь город. Давай. Ну и что? Так, тихо. Да. Ага. Ага. Все хорошо. Куплен билет на имя Черского в Каменск. Самолет через час. Хорошо, да?
Так, блокировать все входы и выходы, а также проходы, да, в терминалы. Таможенный и грузовой. Да, немедленно. Да, и учтите, он в синей джинсовой рубашке. Не упустите. Понял, он в туалете. Быстро, 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 быстро. Открывай. Геннадий Васильевич, это не он. Я вижу, что не он. Фу. Идемте. На тебя поступили ориентировки в полицию, в ФСБ, даже на таможню. Круто, Феликс. Да. У Батова серьезные подвязы с губернатором. О. Спасибо, как по мне шито. Угу. Надолго мне сюда? Ну, за пару часов доберешься до аэродрома, там тебя встретит мой товарищ и переправит на 26-м в Каменск. Отлично. Так. Держи. Да? Вот, Зай, спасибо. За... А, конечно, конечно. Здравствуйте, проходите. Ну что, рассказывайте. Я лучше покажу. Вот она. Знаете, я даже не верил в такой быстрый исход дела. Вот беда, мы до сих пор не знаем, где находится третий Будда. Я все пережил, вот весь интернет перекопал, все безрезультатно. Есть у меня одна идея. Какая? Я позже расскажу. Подождите, подождите, вы что, забираете ее у меня? А не лучше ли оставить ее в музее? У меня хороший сейф. Я верну вам ее сегодня же вечером, как только проверю свою догадку. Но все равно расхаживать по городу с такой редкой вещью, это... Да успокойтесь. Я же сказал, верну. Мы же с вами в одной команде. В одной команде, в одной команде. Кто? Здесь живет герой России Владимир Рублев. О, Даня, ты? Я товарищ генерал. Заехал по дороге на Комаровский ручей. Молодец. А вот это эксклюзив. Красота. Ух ты. Мужик один сработает. Сам ловит, сам коптит. Осторожно. А запах-то какой, а? А-а. Слушай. Что? Вообще-то я к вам по делу сегодня. Да ты что? Давай, давай, докладывай. Бери. Пошли, а то я без работы тут совсем загнулся. Ну, что там у тебя? Рассказывай. Помните, вы мне говорили про археологическую экспедицию, послевоенную? Тайшерская называлась. Ваш отец там участвовал. Да, была одна единственная срочная экспедиция. После войны в 46-м Сталин приказал. Под руководством профессора Яковлева. А тебе-то это зачем, Дань? Я все объясню. Вы мне сейчас расскажите подробнее про нее. А я ничего не знаю. Что искали, не нашли, экспедицию закрыли. Вообще-то я хочу тебе сказать, что это очень темная история. Темная почему? Да потому что все участники экспедиции погибли. Почти разом. В год или два. Кто-то умер, кто-то пропал без вести, кого-то в психушку закатали. Мой отец считал, что он выжил благодаря воспалению легких. Это как? Ну как? Заболел он сильно. Вот его на третий день домой отправили.
А вам кажется, что гибель, исчезновение людей, это связано с раскопками? Да не знаю я, Даня, не знаю. Отец копался в этом деле. Говорил, что его ребята, ну, археологи, нашли там какие-то ценные артефакты. Там статуэтки Будды среди них не было. Ты что, Дань? Я пацаном был. Я слышал, как батя с матерью шушукались на кухне. Все про Лубянку, про Лубянку, про Лубянку. Кстати, вот эти артефакты, они на Лубянку свезли. А для меня тогда Лубянка была сказочный замок. Вообще-то недалеко от правды. Да. Кстати, у меня ведь от отца записная книжка осталась. Можете показать? Пойдем на второй этаж. Поищем. Ну, ты мне так и не сказал. Зачем тебе это? Вот он. Ну и что, рисунок? А вот еще кое-что. Похоже на карту. Что это? Это часть карты. Она была спрятана в тайшерском Будде, найденном в экспедиции, в которой был ваш отец. Другая часть спрятана в таком же тайшерском Будде. Две части, сложенные вместе, указывают нам, где захоронен клад Чингисхана. И мы должны его найти. Все понятно. Ты знаешь, я даже не удивлен. Во все времена виной всему были деньги. Ну, не только деньги. Все это имеет огромную историческую ценность. Значит, говорите, на Лубянку их свезли? На Лубянку, да. Владимир Иванович, поможете найти? Нет, Дань, я в это не полезу, и ты не вздумай. Владимир Иванович, поиски состоятся с нами или без нас. Если это реальный клад Чингисхана с кучей золота, все это может уйти из страны. Это неправильно. Ну, не знаю, не знаю. Вот он нарочно сбрасывает. Может, ему неудобно говорить? А почему СМС-ку не послать? Зачем он карту с собой взял? Куда поехал? Смысл темнить? Вот есть у меня подозрение, кинет он нас. Да вы что? Он отличный парень и надежный. Ты сколько его знаешь? Второй год. Сколько работаю в Интеркрайте? Ну это значит, что ты его не знаешь вообще. У меня есть другой план. У меня в Москве есть хороший приятель. Высокопоставленный, солидный человек со связями. Славка Погодин. А ему есть основания доверять? Есть! Я с ним 10 лет за одной партой просидел. Ему я верю. Борис Янович. Так. Нам на раскопки деньги понадобятся. Ты что, кредит в банке будешь брать? А Славка спонсирует. И людьми поможет, и техникой. А Даниле что скажем? Как-то нехорошо получается. То мы его пригласили, а то вдруг кидаем. Сам виноват. Мы ему оплатим поездку в Новосибирск и гуляй, Вася. Скажем, что поиски остановлены, денег нету. Вот только карту мне надо забрать, и я в Москву поеду. Признаться, знаешь, когда ты мне позвонил по телефону и сказал про клад Чингисхана, я, честно тебе, я отнесся к этому скептически. Ну вот когда ты мне показал документы, да еще эту экспертизу, я отнесся к этому вполне серьезно.
А скажи-ка мне, а много там добра? Ну, если туда золото свозили телегами, это же тонны старинного золота, миллиард долларов. Понятно, понятно, понятно. А скажи мне, мой дорогой друг, а зачем я тебе нужен? Чтобы ты помог мне. Надо же все это достать. Ну, я имею в виду клад. А для этого нужны люди, техника, деньги. А кроме тебя я не знаю никого, кто бы мог это сделать. Скажи мне, а где манускрипт? В гостинице, в сейфе. Это хорошо. Не надо его с собой таскать. Это правильно. Прошу не Не ожидал. Наверное, это потерял. Видишь, нельзя недооценивать врага. Главное правило воина. Если, конечно, помнишь. На пол, на пол. Тихо, 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 иначе я пришибу тебя прямо здесь. Ты меня понял? Так, что за сверток ты вынул из статуэтки? Да я не вникал. Пришел заказ, я выполнил. Боже, пришел заказ, и ты выполнил? Ты! Тот, кто всю жизнь только все ради Родины делал? Данила наш неподкупный. Говори, говори! Времена меняются, и я тоже. Давай проверим. Давай проверим. Кто заказал сверток? Коллекционер какой-то. Владимир Иванович, фамилии не знаю. Поехали к нему. Не знаю, где живет. Да? За городом встречались у гнилого угла.
Телефон есть. Ну-ка подняли, быстро, подняли. Ну давай, звони, забивай стрелки. Выдумывай любой повод. Берем за задницу, тащим его домой, забираем сверток и компенсацию за моральный ущерб. Ну, номер! Владимир Иванович, извините за поздний звонок. У меня для вас есть очень интересное предложение. Не пожалеете. А что, до утра не подождет? Нет, нет, только сегодня. Хорошо, уговорил. Где встречаемся? Там же? За городом Угневого угла? Да. Понятно. Буду там через полчаса. Все-таки блес паршивец. Ну что? Выходим? Сиди, мы сами с ним поговорим. Курить охота? Угости? Спасибо. Ты что делаешь? Новая машина! Говорил же, не лезь. Нет. А вы кто такие, ребят? Где Данила? А ты выйди, я тебе объясню, где Данила. Ладно, ладно. Понял. А в чем дело? Проверю. Владимир Иванович. Ух. Ребра целы? Да вроде целы. Порядок. Слушай, я про этот экстренный телефон и гнилой угол совсем забыл. Ладно, отлично сработали. Да. Сейчас позвоню. Этих обормотов заберутся на падение и хранение. Я через день выйду. То, что мы вышли из этой ситуации без потерь, это чудо, Даня. Да какое чудо? Главное, что мы на правильном пути. Хорохоришься. Зря ты ввязался в это дело. Вы тоже говорили. А ты еще раз послушай! Ты мне как сын, понимаешь? Я не могу допустить, чтобы с тобой что-то случилось. Да со мной случится... Не перебивай! Предположим, что клад Чингисхана действительно существует. Согласен, что если не вмешаться, то золото уйдет из страны. В том-то и дело. Но с другой стороны, история очень темная. Видишь, как все закручивается? Прошу тебя, как отец, остановись. Остановись, пока не поздно. Владимир Иванович, я не знал своего отца, но мне бы очень хотелось, чтобы он был похож на вас. Но сейчас я не могу остановиться. Я не отступлю. А вы мне можете помочь. Помочь закончить дело, которое начал ваш отец. Молод ты еще меня наставлять. Ну хорошо, не хотите влезать, не надо. Но помогите добраться до лубянских архивов.
Помнишь Руслана из ГРУ? А этот из Алматы, капитан? Он уже полковник. Запиши его номер, скажешь от меня. Ты что здесь делаешь? Споровского нашли мертвым. В Москве в гостиничном номере. Заключение экспертизы — умер естественной смертью. Бред. Его 100% убили. Да с чего ты взял? Как можно утонуть в ванной? Да как угодно. Сердце там или еще что, мало ли. При чем тут сердце? Он поехал в Москву из заклада. Опа. А почему я только сейчас об этом узнаю? Ну, потом тебе хотели... Он собирался привлечь к поискам своего одноклассника. Все с вами ясно. Ну, прости, Данила. Споровский настоял, а я... пошел у него на поводу. Когда речь идет о таких деньгах, у любого крышу снести может, верно? Ладно, проехали. Меня уже точно сносит. Если Споровского убили, значит, и до нас доберутся. Ну-ну-ну-ну-ну. Во-первых, еще не факт, что убили, это надо проверить. Что там за одноклассник у него? Какой-то крутой бизнесмен. Погодин. Угу. Что теперь делать-то? Вадик, Вадик, ты не паникуй. Я сейчас поеду в Москву, буду со всем этим разбираться. Спрячь карту в надежном месте. Нет, я не хочу. Тихо, 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 ты чего? У тебя она будет в сохранности. Не тащить же мне с собой в Москву. Я боюсь. Сядь. Записывай телефон. Владимир Иванович, мой хороший друг. Ты его по мелочам не беспокой? Но если что-то серьезное, звони смело, он поможет. Я предупрежу. Все, что я мог, про статуэтку разузнал. По документам, тайшерский Будда находится в 6-м архивном отделе. Можно его оттуда взять? Это мне сегодня позвонят и скажут, что к чему. Ты тут еще что? Несколько дней назад в гостинице «Космос» в ванной был обнаружен мертвым один человек. Можешь узнать подробности? Как фамилия? Споровский. Здравствуйте. Мне нужен Вешкин, Алексей. Ладно. Простите, вы Алексей? Допустим. Я от Руслана. Звонил вам час назад по поводу... А, понял. Пойдем на улицу. Во двор. Есть официальное заключение судмедэксперта. Вода в легких. Алкоголя, крови не обнаружили. Уголовку заводить не стали. Очевидно, он сам захлебнулся. Но вам ничего не кажется подозрительным? Здоровый мужчина. Сердце в порядке. Может, стоит подробнее разобраться? Это я не решаю. Ну, я думаю, ему помогли. Ну так, тем более. Ладно, все, все, давай, удачи. Руслану привет. Капитан, это с кем ты сейчас на улице шушукался? Да. Что за вспышка? Тут умник один объелся. Интересуется смертью Споровского. И что? Умник считает, что Споровского убили. Так может, это
Тот криптолог Ивлев, о котором говорил Споровский. Тот, который знает про клад. Нет, того Вадим звали. А это Данила. Фамилия Черский. Давай-ка пробей, кто такой. На Лубянке Будды нет. У нас кто-то опередил? Ага, лет на 15. Статуэтку вынесли оттуда еще в середине 90-х. Ну, тогда, после развала Союза, сам понимаешь, там проходной двор был. Но тебе повезло. Статуэтку арестовали тогда же, сразу, при попытке нелегального вывоза за границу с экспортной партией к жели. Угу. Так что пылится твой Будда на таможенном складе на Рижской. Завтра поедем. Читал я тут про этого Черского. Он парень-то непростой. Бывший десантник, служил в ФСО, охранял первых лиц государства. Слушаю. Данила, срочно одевайся. Кто-то еще интересовался твоим Буддой. Да, это возможно. Меня вчера кто-то пас. Пришел второй запрос на статуэтку из более высокого уровня, чем мой. Нас могут опередить. Жду тебя внизу. Нет, жди меня за гостиницей на бульваре. Наверняка будет хвост. Разрешения пока нет, Лакита. Они вчера уже выдали одно разрешение. Теперь приходится его аннулировать, а нам давать. Погодин звякнул кому-то, вопрос решил. Короче, старайся Черского задержать. Ну, я понял, да. Все, он вышел, конец связи. Черский ушел. Вот предписание. Мне светиться нельзя, без меня пойдешь. Как вы тут находите что-то?
Так и находим. 2 года назад тут ревизия была, теперь всего местам. Раньше тут такой бардак был, что... Так, вот 7-й ряд, 43-е место, где-то там наверху. Ну и как туда попасть, если ты не Карлсон? На водителя подъемника пока нет, он на обеде. Полчаса подождете? Да нет, я уж лучше сам. Эй, осторожней, вообще-то не положено. Господин Черский, осторожней, с раритетом. Мы знакомы? Нет. Вам это надо? Отдайте статуэтку. Я не могу, у меня предписание. А ну слазь оттуда! У него предписание, которое аннулирует твое. Разрешает ему забрать статуэтку. Да пожалуйста. Что же вы так неосторожно? Вот гаденыш. Ну что, есть какие-нибудь соображения, куда ушла карта? Ну, давай отмотаем назад. Первые подозреваемые археологи экспедиции Яковлева. А потом ученые, те, кто уже работал с находками. Мне нужны фамилии всех, кто имел к этому отношение. Попытаться, конечно, можно, только вряд ли кто из них остался в живых, сам понимаешь, только лет прошло. Да, но все равно надо проверить. И родственников тоже. Быстро сможешь сделать? Сделаем. Простите, а где Станислав Михайлович? Он уехал и сказал, что у него какое-то важное дело. Так, понятно. Простите, что так получилось. Я ему говорил, что придут из газеты. Ну да, жаль. Дело срочно, меня редактор очень торопит. У вас, может быть, вы мне дадите его телефон? Конечно. У меня же симка новая. Тогда, может быть, адрес? Пойдемте. Гоша, Гоша, птичка хорошая. Умеет говорить? А, да, умеет, но стесняется. Это хорошо, нам свидетели не нужны. Итак, Станислав Михайлович, давайте о деле. Вы утверждаете, что у вас есть древняя карта, найденная в статуэтке тайшерского Будды. Ну, да, совершенно верно. Ага. Могу я на нее взглянуть? Хотелось бы поговорить сначала о цене. Станислав Михайлович. Я вас не обижу, поверьте. $500 000, я думаю, вполне достаточно. Да-да, конечно. Сейчас я вам принесу, я покажу. Thank you.
прибавку к зарплате. А как отчитываться будем? Че, первый раз, что ли? Да он, скорее всего, не спросит. Для него эти 500 тысяч, как для тебя, 300 рублей на такси. Подай. Надо же. Вот это вот держал Чингисхан. Молодцы. Хорошо, кто дальше? Идем в Каменск и забираем у Юли во вторую часть карты и инструкцию. Надеюсь, с этим у нас не будет проблем? Однозначно. Ну а как у нас с этим, как его? Черский? Ему сейчас не до сокровищ. Свою бы задницу спасти. Ну, ступайте. Последний писк московской моды? Ты в разработке. В полицию пришли фотографии, как ты входишь в подъезд Яковлева. Дата и время в углу снимка совпадает со временем убийства. Красиво работают конкуренты. А ты как думал? Связь будем держать через этот номер. Наверняка все уже перекрыто, раз такое дело. Да уж, на вокзал аэропорта тебе лучше не соваться. Короче, я когда соображу, что с транспортом, я тебе сам наберу. А тебе сейчас неплохо залечь на дно. У этого Погодина связи наверняка не только в полиции, но и в нашем управлении. Приткнуться-то есть куда? Понятно. Давай в метро покатаешься по кольцевой. Там же полиция, тьма, и камеры. Да все нормально будет. Проверено. Вот тебе книжка. Почитаешь. В метро всегда полно народу. Сейчас вообще час пик. Заметить тебя будет трудно. Садись по центру вагона, потому что камеры по краям. На кольцевой телефон всегда берет. Так что на связи будем, не переживай. Из последнего поезда не выходи. Заедешь в отстойник, переночуешь в вагоне. Когда и где встречаемся, пришлю тебе смс.
Вадик, привет. Привет, привет. Ты что такой? Я не, все нормально. Тебя шеф искал. Скажи, что я еще не пришел. Нет, не надо, я сам ему скажу. Владимир Иванович? Да, я слушаю. Здравствуйте, меня зовут Вадим. Мне ваш телефон дал Данила Черский, сказал, если что, вы поможете. Да-да, я слушаю, Вадим. Что случилось? За мной кто-то следит, и я не знаю, что делать. Скорее всего, это те люди, которые убили моего друга. Так, стоп, Вадим, не волнуйся и не суетись. Ты как-то связан с поисками карт, кладов? Да. Связался на свою голову. Понятно. Сколько их? Черт их знает. Они в машине. А ты можешь ко мне сейчас приехать? Нет, мне отсюда не выбраться. Они возле самого входа припарковались. Так, Вадим. Ты успокойся. Они просто за тобой сейчас наблюдают. Если бы они хотели проявиться, то сделали бы это сразу. Ведь им же от тебя что-то нужно? Да, наверное. У меня часть карты. Так, оставайся на месте. Сейчас к тебе подъедет мой товарищ. Зовут его Валентин. Жди. Хорошо. Валентин? Знаешь старика? Добрый день. Здравствуйте. Вы не подскажете, где мы можем найти Вадима Ивлю? А, он у себя. Сейчас налево, прямо по коридору, вторая дверь направо. Большое спасибо. Смотрю, ночка была не сладкой. Угощайся. Крепись. Да нормально все, спасибо. Значит так, сейчас едем на аэродром Мячково. Это недалеко, 16 километров от МКАД. Там заряжен вертолет. Пилота зовут Петруха. Он тебя подкинет до Рязани. Оттуда уже сядешь на прямой рейс до Каменска. Руслан, спасибо за помощь. Да ты не меня. Ты Иваныча благодари. Я ему жизни обязан. Он меня в свое время из такой переделки вытащил на своем горбу. Знаешь, сам погибнуть мог. Иваныч такой. Своих всегда вытащит. Видя ворчит постоянно. Это точно, поворчать он любит. Ну давай.
Владимир Иванович. Я. Парня нет здесь, все вверх дном. Я ухожу, пока охрана не проснулась. Да. Джесси! Джесси, Джесси! Фу, Джесси! Фу! Джесси! Опа! Черский! Ты-то мне и нужен. Опа, какими судьбами? В Щербинках в парковой зоне нашли труп мужчины. Ну и что, опознали? Нет, при нем не было ни документов, ни денег, вообще ничего. Ну я тут при чем? У него визитку твою нашли. Так что тебе придется проехать на опознание. Поехали. Поехали. Узнали его? Да. Это Вадим Ивлев. Работал в нашем холдинге. Как он умер? Пока не ясно, но на теле обнаружено много синяков и ссадин. Значит, его убили? Судя по нанесенным повреждениям, его пытали. Данила, есть какие-нибудь соображения, что это мог сделать? Нет. Может, у него были враги, недоброжелатели? Не было. А вы сами в последний раз когда его видели? В понедельник. Все. Извините, мне пора, я пошел. Присмотри за Черским, он знает что-то. Это Валентин, помнишь его? Встречались. Было дело. Я ввел его в курс дела. Наш человек, можешь ему доверять. Вадима убили. И его жену. И мы не успели. Я же тебе говорил, не лезь. Убьют тебя, и все! Не поможете, убьют. Ох, не знаю, что с этим всем делать. Товарищ генерал,
Я могу помочь. Вот. А я умываю руки. Мы не знаем, у них вторая половина карты или нет. Если у них, то, как говорится, поезд ушел. Ну, а если нет, то они тебя проявят. Верно. Если они ищут карту, значит, им нужен я. Глупо их ждать в гости. Их очень просто найти, главное, не скрываться. Давай я с тобой поеду, если что, прикрою. Садись. Капитан Клебанов. Ну и? С проверкой приехали? Не только. Нас интересует Чешский. Поможешь? Ага. Чешский, говорите. Сделаю все, что в моих силах. И, конечно, в рамках закона. О, вот и хорошо. Давно в зоне, капитан? 2 года. Ну, если все будет тип-топ, через месяц станешь майором. Туда нельзя. Я тебе уже час звоню. Что с телефоном? Я номер поменял. Что случилось? Там полиция. У них ордер на твой арест. В чем дело, объяснили? Нет. Первым делом начал твой кабинет обыскивать. Оружие копечатали, арсенал есть на баллистику. Понятно. Старый приехал. Данил, объясни, что случилось. Обычно подстава. А нам что теперь делать? Не дергаться. Работайте, как работали. Спасибо, что предупредил. Вот и наши гаврики. Ну да, быстрые ребята. Давай заедем во дворы и примем их. Что здесь делаешь? А ну-ка, выходи из машины. Я Лара. Здрасте. Знаю я, кто ты такая. С отцом твоим работал. Валентин. Очень приятно. Возьмите меня в дело. В какое дело? Я знаю, что вы ищете клад Чингисхана. Ух ты, какая осведомленность. Так, значит, на этом закончим. Продолжим дискуссию в широком семейном кругу. Пошли, пошли. Начинается. Да я же правда хочу помочь. Я за руль. Я знаю, где карта. We'll be right back.
Что такие загадочные? Ну, давай, рассказывай. Ну? Я знаю, где часть карты, которая была у этого... Вадима Ивлева. Да, Ивлева. Подожди-ка. А ты-то откуда вообще об этом знаешь? Ну, все началось со Споровского, Бориса Яновича. Угу. Я же в Музее Востока преддипломную практику прохожу, если ты забыл. Нет, я помню, ты говорила. Ну, так вот. Борис Янович показал мне распечатку на древнекитайском. Ну, я ее перевела. Тема клада Чингисхана меня заинтересовала, и я стала ее изучать. А потом... Ну, продолжай, продолжай, я слушаю. Потом я подслушала ваш с Данилой разговор. Оказывается, и дедушка искал этот клад. Так. Понятно. Пап, ну я знаю, что подслушивать нехорошо, но... Ну это же так интересно. И я ей обещаю это в последний раз. Правда, сегодня я опять подслушала, ну, что Ивлева и его жену убили. Зато Ивлева вчера видела и знаю, где он спрятал карту. Ну и где же она? А это я вам скажу, если вы возьмете меня к себе в команду. Приехали. Команда! Где ты ее видишь? Я вообще против всех этих поисков! Да, это я уже поняла. А ты знаешь, что твой дедушка чуть не погиб из-за этих поисков? А сейчас что происходит? Даже я в это не вмешиваюсь. И тебе запрещаю. Пап, я тебя вообще не узнаю. Какие-то ублюдки убивают людей из-за золота, а ты просто так стоишь в стороне? Генерал-майор российской армии, блин. Ну-ка, следи за языком. Что следи за языком? Ну давай они еще кого-нибудь убьют. А потом увезут золото из страны, как Данила сказал, а ты так и будешь стоять с края, ничего не зная, да? И при этом понимаешь, что мог помочь. Да ты же... Ты же спать после этого спокойно не сможешь. А потом... Что бы мама сказала, глядя на тебя? Она ведь всегда говорила, что сильнее и храбрее нашего папы никого на свете нет. Что же она получается? Врала? Ладно. Я в деле. Золото — это сила мира. Я добуду тебя и стану владыкой мира. Со мной мои преданные воины, — сказал Чингисхан и поскакал. А за ним все его войско. Трюм, 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 трюм. Кузя. Ого-го. А ведь нам уже пора спать. Пап, ну давай еще немного. Нет, 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 нет. Завтра мы все проснемся. Я тебе дальше почитаю сказку. Закрывай глазки. Субтитры сделал DimaTorzok.
стану владыкой мира. Ну да. Выхожу вчера с практики из музея и вижу этот ваш Ивлев весь какой-то дерганый. Вы поймите, это очень важно. Я вас никуда не пущу. Это госучреждение, все опечатано. Ну, я должен попасть в запасник. Пожалуйста. Ведь Борис Янович разрешил. Нету Бориса Яновича. Умер он. И вы это знаете. У нас совсем другой директор. Тогда, может быть, вы... Ну, я сразу поняла, что документ касается сокровищ Чингисхана. Ну, я к нему подхожу. Передадите. Что, простите? Да ничего. Вам помочь? Нет, спасибо. До свидания. Всего доброго. Молодой человек, почему без очереди? Извините, письмо заказное отослать. 35.50 и конверт 5. А по городу сколько будет идти? Как обычно, 7 дней. Кому было адресовано письмо, я не увидела. Вот и все, что я знаю. Ну, это кое-что. Сигнализация в подобных учреждениях стандартная. За 5 секунд справимся. Да, но есть одно но. Вадима пытали. Его теле живого места нет. Наверняка они уже знают про письмо. Логично. Но все равно надо проверить. Почтовое отделение рядом с музеем. Улица Гагарина. Пойду один, чтобы не привлекать внимания. Согласен. Будешь на месте, дай знать. Один раз все в порядке, два тревога. Тогда встречаемся в сквере за музыкальной школой. Добро. Сворачиваемся. Там кто-то под окнами шарахается. Быстро уходим. Черский здесь. Вызывай Клебанова срочно. Нет, письма не нашел еще. Само собой, Черского надо брать. Ладно, сейчас я его задержу. Главное, чтобы Клебанов вовремя подъехал.
видели? Вижу. И что, мы так и будем сидеть? Спокойно, дочка. Пап, ну там же Данила. Выберется. К тому же он этому обучен. Данила, это я. Уходи. Тебя облепили со всех сторон. Да, я вижу. У меня проблемы. Придется сдаваться. На месте стой! Стоять! Двигаться! И движений резких не делай. Ну все, уходим. А Данила? Вы что? Лариса, помолчи. Тебя трое суток назад. Данила, оказывается, не только убийца, ты еще и вор. Я ничего не взял. Насчет убийцы надо доказать. А ты не волнуйся, мы все докажем. Я на одном тебе месячный план выполнил. Три убийства, грабеж. Три? Ну, как? Ну, сам считай. Ивлев, его жена. Плюс ориентировка из Москвы. А там что? Как что? Стас и Яковлева кто замочил? Замочил. Слова-то какие знаешь, капитан. Ты черский пожизненно сядешь. Я бы таким, как ты, вообще вышку давал. Ты что-то путаешь, капитан. Таких, как я, нет больше. Мы все здесь в единственном экземпляре. Баран, а? Раскорячился посреди дороги. Товарищ капитан, что делать будем? Мы не проедем. Твою мать! Что, пьяный? Передоз, похоже. Давай, помогай. Ну, держи, держи. Привет. Тихо. Скорую вызывай. Не советую. Ты мне за это ответишь, ты понял меня? Извини, капитан. Делали, да? Да, шуму наделали. Нам теперь не клад искать, а бежать в другую страну. Владимир Иванович прав. Надо подумать о своей безопасности. Перекантоваться где-нибудь. Ладно. Есть у меня одно местечко. Думаю, там нас искать никто не будет. А где это вы? Обычный офис. Не так давно здесь кипела жизнь. А теперь? Секретный объект. Полно спальных мест. Три входа-выхода. Запас воды и продовольствия рассчитан на месяц на 10 человек. Стратегические ресурсы? Ну, что-то типа того, товарищ генерал. А чье это? Моих партнеров из Китая. Они собираются организовать здесь бизнес, а я по второму образованию юрист. Вот и помогаю им освоиться в российском законодательстве и действительности. Плюс буду отвечать за службу безопасности.
Бонусы платят хорошие. Располагайтесь. Сколько их было? Двое девчонок. Кто такие? Одного узнаем. Генерал майор в отставке Рублев, Герой России. Подготовь всю информацию о нем и выставь круглосуточное наблюдение за домом Черского. Сделаю. Капитан! И вот еще что. Всю корреспонденцию. Все письма, пришедшие на его адрес, ко мне. И не подведи меня. Есть. Заказное письмо придет на адрес Черского, так сказал Ивлев. Подожди минутку. Что? Ваша жена звонила, только что прилетела. Едет из аэропорта домой. Ну и? Еще 2-3 дня, и вторую часть карты принесет почтальон. Ладно. Держи меня в курсе. До созвона. Принцесса, доченька, иди ко мне, иди позавтракай. Это что? Гуашь. Мы картину рисуем. Идите, умойтесь и возвращайтесь. Хорошо. Завтракать. Так, что? Ваша жена в аварию попала. Машина вылетела на встречку. Данил, нам лучше сейчас залечь на дно. Ниточек никаких, а карта точно у них. Я сдаваться не собираюсь. У нас 2 ТТшника, патронов с гулькин нос, лук еще. Ты понимаешь, что мы беспомощны во всех отношениях? Да говорю тебе, у меня дома тайник. Будет у нас оружие. Лучше не суйся. За твоей квартирой точно следят. Вроде не видать никого. Господи, Данила! О, тетя Нюра, здравствуйте. Здравствуйте. Как здоровье? Какое здоровье? Ну. За день так находишься, что ноги гудят. Ну, уберегите себя. Ну. Ты был прав, оккупанты здесь. О, постой-ка! Совсем забыла. Слушай, что это она? Тут письмо тебе заказное. Да что вы? Да. Распишись-ка. Спасибо. Спасибо. Письмо у Черского. Вот квитанция с его подписью. Как он его получил? Мы же все контролировали. Почтальон, что случайно на улице встретил, возле его дома. Короче, все, надо действовать жестко. Нас как пацанов вокруг пальца вели. Кстати, то, что мы ищем, это, скорее всего, промежуточный клад. Ну, добыча какой-то битвы. И считается, что таких кладов около 100 по всей Западной Азии. Да, но как им удалось сохранить все в тайне? Ведь это же тонны золота. К тому же закапывал их не один человек, и не 2, и не 10. Ведь никто не проболтался и не выкопал. Потому что, товарищ генерал, преданность тогда была на высоте. Может быть. Но мне кажется, причина не в этом. Я тут у одного авторитетного ученого вычитала. Он долго жил в Монголии и нашел в старом монастыре древние записи какого-то монаха. Так вот он пишет. Видел я воинов, везущих золото на лошадях и повозках. Так, бла-бла-бла. А вот. И каждый второй убил следующего и уложил его голову в сундук и запечатал печатью.
И дальше то же самое. Каждый четвертый убил следующего и уложил его голову в сундук. Понимаете, что происходило? Ну, каждый убивал следующего, следующего и так до последнего, да? Точно. И в итоге оставался только один, знающий об этом кладе. И этот ученый, кстати, предполагает, что это как раз-таки и был Чингисхан. Логично. Прошу прощения, но мне надо отъехать на пару часов. А, мне, кстати, тоже пора. Не понял. А ты куда? В универ. Ни в коем случае. Пап, ну у меня сегодня вообще-то госэкзамен. Или ты что, мне прикажешь учебу бросить? Лариса, ты понимаешь, что это может быть очень опасно? Пап, ну не переживай, я аккуратно. Я быстренько все сдам и вернусь. Пап, подождешь меня на парковке? Давай доведу тебя до двери. Пап, ну не начинай. Ну вот же вход, все видно, там охрана. О, Настя идет, все, пошла. Давай. Настюш! Кажется, 337-я аудитория. Ну что, сдала? А то 5. Какой билет достался? Да, правление Трояна. Извините, а Лариса Рублева еще не вышла? А, нет, она как раз сейчас отвечает. А вы кто ей? Из Москвы, из рекламного агентства. Круто. А и что? Ну, просто мы узнали, что она выиграла конкурс красоты, хотели сделать ей предложение. Вот это да. То есть она будет сниматься в рекламе? Если пройдет по конкурсу, будет. Пока. Здрасте. Привет, Настя. Как успехи? Отлично. Молодец. Лара еще на экзамене? Нет, она сдала уже. Сдала? Да. А чего же на нее выходит? Она там с рекламщиком болтает. С каким рекламщиком? Из Москвы. Да. До свидания. Пока. Съемки в рекламе. Это так неожиданно. Я, честно говоря, раньше никогда об этом не думала. Ну, с вашей-то внешностью стоило бы подумать. Я предлагаю прямо сейчас проект в офис нашей компании. Познакомимся с режиссером, делать пробы. Лара, мы же договорились. Я помню. Тут просто из рекламного агентства. Здрасте. Здрасте, здрасте. Документы. У вас серьезный кавалер. Это мой отец. Очень приятно. А у вас очень талантливая дочь с очень оригинальной внешностью. Да, я знаю. Паспорт покажите. Паспорта с собой не ношу. Понятно. Пошли. Пап, ну почему ты со мной как с маленькой? Без разговоров. Что ж, очень жаль. У вас был шанс. Это никакой не рекламный агент. Ты что, не видела? Это, как вы сегодня выражаетесь, развод чистой воды. Пап, с чего ты взял? Да у него на лице написано, что он из органов, хоть и разодетый. Я на своем веку, знаешь, повидал их сколько? Ну вот, пожалуйста, хвост. Ремень набросим. Thank you.
туалет схожу. Надо же, вся в мать. Тут тоже при 60 укачивала. Быстро! Твоя дочь у нас? Что? Тихо! Руки на руль. Вот так. Лучше без истерик. Ну и что вы хотите? А ты не догадываешься. Карту, само собой. Вот телефон, мы позвоним. Это для подстраховки. Сейчас отойду, а ты сиди тихо. Через минуту можешь ехать. Видишь, куда все это привело? Они ничего не сделают, товарищ генерал. Им нужна карта. Они обменяют Лару на карту. Да вы плевать все эти карты! Мне нужна моя дочь. Понял? Извини. Они позвонят, Владимир Иванович. Они обязательно позвонят. Даже если они позвонят. Ты же знаешь, что бывает в таких случаях. Они при любых обстоятельствах постараются его убрать. Что тогда? А это моя дочь. Моя кровинушка. Понимаешь? Вот когда у тебя будут свои дети, ты поймешь, о чем я говорю. Я все расскажу отцу, он нас найдет и посадит, вы поняли? Владимир Иванович, только, пожалуйста, без нервов. Да. Генерал Рублев, если не ошибаюсь. Не ошибаюсь, Морозина. А вот грубить не стоило. Еще одно грубое слово, генерал. Я отрежу вашей дочери палец. Вижу, мы понимаем друг друга. У вас карта, у нас ваша дочь. Предлагаю обмен. Сначала я хочу поговорить с ней. Папа, я на сторону! Что? Где? Вот этого генерала вам знать не надо. Сначала отдайте карту. Хорошо, я привезу. Куда? Нет, не вы. Карту привезет Черский. И без фокусов. Если не хотите получить труп вместо дочери. Тихо, голубушка, тихо. Садись. Карту. Карта в надежном месте. Хочешь обмен, будем играть по моим правилам. По чужим правилам не играю, извини. Диктуй свои правила. Данил, ты еще можешь спасти девушку.
Если с тобой уже все ясно, то она еще может жить. Ты же не позволишь девушке умереть? Скажи, где карта? Мне нужны гарантии, что вы ее отпустите. Считаю до трех. Раз, два. Верните дочь отцу, и я отдам вам карту. Убьешь ее, ничего не получишь. Слушай меня внимательно, генерал. Знаешь, где заброшенный бетонный завод? Приезжайте туда через час. Если Черский отдаст нам карту, получите свою дочь. Теперь твой ход. Говори. Карта в одном из домов. На улице Стандартная. Я на месте. Че, встала, пошла. Аккуратней. Только дотронься до нее еще раз. Пошли, пенсионер, не выступай. А, да, понял. Слышь, возьми трубку, скажи, что дочь у тебя. Да. Дочь у меня. Ну что, ковбой, убедился? Я свое слово держу. Теперь очередь за тобой. Напротив дома номер 6 по улице Стандартная. Между двумя подъездами под лестницей. Карта у меня. Отлично. Да, понял. Ничего. Ты ни в чем не виноват, точка. Что ты сказал? Тихо. Не паникуй. Мужиком. Как говорил Джигарханян, я тебя не больно зарежу. Чик! И ты уже на небесах. Ладно. Дубль два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять. Что-то сегодня. Эй, иди сюда. Кончай с этим и. Нож мой найди.
Отстрелялся, боец! Теперь ты не промажу. Шея в крови. Надо перевязать. Папа! Карта у нас. Значит так. С армией и с полицией я договорюсь. Придумаем какую-нибудь утечку химических продуктов. А вы начинаете вербовку рабочей силы. Да, кстати, а что там с нашими конкурентами? Одного я подстрелил, за остальными охотится мой человек из местной полиции. На каждом столбе расклеены их физиономии, так что из города их точно не выпустят. Пуля внутри. Это плохо, надо срочно вынимать. Надо в больницу. С огнестрелом нельзя. Они тут же сообщат в полицию. Там нас ждут, не дождутся. Внимание. Да нельзя же без врача. Давай, Даня, вытаскивай. Лар, ты не переживай, я это уже делал. Сейчас вынем пулю, промоем рану, перевяжем. И до свадьбы заживет. Ничего. Вот я ему говорю, женись. У меня есть уже жена. Твоя мать. Папа, даже умерла 10 лет назад. 9 лет, 4 месяца и 3 дня. Понятно? Теперь, может, отсюда нечего тебе тут смотреть. Да, Лара, давай-ка. Давай-давай, нечего. Условия у нас почти шикарные. Спирта нет, но водку нашел. Конечно, шеф. Осторожно. Давай, я готов. Предупреждаю всех, работа тяжелая и очень ответственная, и хорошо оплачиваемая. Завтра в 7 стартуем прямо отсюда. Вопросы? У меня вопрос. А бабы в бригаде будут? Мужик, ты определись, тебе бабы нужны или бабки? Чего там? 38,6. Это нормально.
спадет. Короче, есть информация. Один знакомый сообщил, что вчера вот этот район был отцеплен. Официальная версия – утечка химических отходов из могильника. В этом районе точно нет захоронений. В том-то и дело. Отцепляют тот самый район. Возможно. Но территория большая. Нужно выяснить более точные координаты. Сможешь? Сомневаюсь. Единственное, что могу сказать, это то, что в районе оврага, как его, кирпичный лог. Выехал два грузовика. Понятно. На нашей части карты была надпись «Булахан». Это с древнемонгольского «красный» или «кирпичный». Так. Ну да. Наш маршрут, похоже. И что будем делать? Следить за отцом. А мы разберемся. Ясно. Да, бабу бы не помешало бы. А то вечером, что, с медведями будем разговаривать? А кто тебе мешает с медведицей замутить? Она все равно в берлоге твою рожу от медвежьей не отличит. Погодь, погодь, погодь. Гляди. Стоять! Кажись, золото. Еще один сундук нашли, уже 13-й. Он развалился, а там вместе с монетами череп. Одна голова? Да. А кто убили, значит? О, времена раньше были, да? Правильные. Это что такое? Примуш что-то барахлит. Давай, проезжай. И здесь без вариантов. Надо же, со всех сторон уложили. Что делать будем? Есть у меня одна мысль. Разворачивай. Здорово, Данил. Здорово. Рад видеть.
Давай, заходи. Да нет, я ненадолго. По делу. Оружие на судне есть? Обижаешь, начальник. Тогда я фрахтую вас на пару дней. Собери людей и будь готов выдвинуться вот в этот квадрат. Это Черский, товарищ полковник. День добрый. Данила. Привет, бродяга. Как сам? Нормально. Не хотел вас отвлекать, но разговор есть серьезный. Заинтриговал. Говори. По телефону нельзя, нужно встретиться. Ну, жду тебя у себя. Меня не выпустят из города. Так, уже совсем интересно. Ты где? В Каменске? Будь на связи. Вылетаю. ЗИЛ. Подняли. Начальник, дай передохнуть. Тяжесть неимоверная. Встал и понесли. Ладно, ладно. Раскомандовался. Не нравится мне все это. Валить отсюда надо. В ТП, а деньги? Нам же обещали хорошо заплатить. Ты что, не понимаешь? Нас никто не отпустит. А за это золото мы здесь и ляжем, понял? Да, подтяни. Жди меня здесь, я скоро. Че, один уйдешь и ничего не скажешь? Потом расскажу. Ну ты достал. Ну что, как сходил? Плодотворно? Все в порядке. Берем вещи. Тут деревня есть, нам туда. Давай я сам. Это, по-твоему, недалеко. Ну, знаешь, в масштабах нашей родины. Ну что, грибники, не заблудились? Миха! Здорово. 100 лет бы тебя не видел, а? Это мой друг Валентин. Миха. Валентин. Ну что? Веди.
В берлогу? Ну, пойдем. Я тут пару лет назад был в Пушкинском. Ты в Пушкинском? Уже нас зачем? На выставку «Золото Мировинга». Чего я там только не видел. Всякие гребни из золота. Браслеты, медальоны. Я тогда мелькнул мыслишко. Те, кто это нашел, наверняка себе пару вещиц прибрали. Думаю, не пару. Может, и нам тоже прибрать ящика три? Три мало, чего мелочиться-то? А погоди, ничего скажешь. Свидетелей же полно. А свидетелей не останется. Ну, что скажешь, Мих? Короче, давай так. Я тебе помогаю. И мы в расчете. Договорились. Что за звук? Секретка на задней калитке сработала. Теперь уж сидите. Возвращается. Ну, что там? Ушел. Ёлки, зараза. Мотоциклист какой-то. А я тоже его сегодня видел. Почему сразу не сказал? Вот сейчас говорю. Мысли есть? Кто такой? Ладно, разберемся. Поздно уже. Ладно, отдыхайте, я отойду. Далеко ты? Транспорт, оружие. Надо? Надо. Отдыхайте. Да. Ну и где твой кореш? Что-то мне все это не нравится. Успокойся. Может, он нас сдает уже потихоньку? Мы с Михой две войны прошли. Он надежнее, чем мы с тобой вместе взятые. Мужики! Это я. По голове не бейте.
Чуйка у тебя еще есть. Да чуйка тут ни при чем. Я вас еще во дворе срисовал. Короче, все дороги перекрыты. По-простому нам до Курмана не добраться. Поэтому пришлось вот карету арендовать. Все, перегружаем сейчас. Так, слух идет. Такие дела нехорошо творятся. В райцентре мужик нарисовался оттуда. Так что поехали. Все. Поехали, поехали, поехали. Если бы я вовремя ноги не внес. Сколько их там человек? Девушка, повторите, пожалуйста, по штанам. Можно я кусочек сделаю, пока она ходит? Чтобы товар тут присохло. Охранников. Человек 20. И сардельку. И таких, как я, не меньше дюжины. Ты сам-то золото видел? Что значит видел? Я его вот этими вот руками держал. Можно? Спасибо. Место показать можешь? В этих краях, на изломе реки, в самом начале горного кряжа. Шлем! Слышь! Сам откуда? Давайте еще этого хорька разведем по полной. Моцик, смотрите, какой у него прикольный. За 5 штук баксов сдадим. Легко. Чудила! С тобой разговариваю! Зуля! Отвали! Моцик, какой у тебя прикольный. Дашь покататься? Сейчас, разбежался. Так, слезла быстро. Давай. Быстро, я сказал, слезла. Так, поехали с нами. Трава, оттянемся. Да пошел. Бери ее и поехали. Так, не хочешь по-хорошему? Руки убери! Поняла? Пошли. Эй, парни, что происходит? Эй, дядя, вали отсюда. Отвали! Лара, ты! Убери его от меня! Лара!
Кларк, ты что творишь? Ты почему не с отцом? Ты его одного, что ли, оставила? Позвонила уже на моей сестре. Значит, вчера я тебя чуть не пристрелил. Ты кто такая, а? Дочь Рублева. А, понятно. Меткая. Зарядила мне вчера. Отец у тебя боевой мужик. Ты как через ДПС и прошла? КамАЗ под тентом. Сказала водителю, что от парня убегает. Не поняла, что бьет. Ну что, придется ее с собой брать. Не отправлять же пешком обратно. Что случилось? Человек на дороге. Чего ищешь? Здрасте. Угу. Мы правильно без мужчины едем? Правильно. Спасибо. Можешь подвезти? А вам-то что нужно на излучине? Отдохнуть, бабуля, рыбку положить. Возвращались бы вы домой, рыбаки, от греха подальше. Сон крепче без денег-то. А он вам их все равно не отдаст. Кто он? Чингисхан. Когда он скачет, земля дрожит. Бабуль, хватит, а? Старые мы уже сказки слушать. Кому сказка, а кому быль? Останови машину. Здесь? Я выйду. Угу. Счастливо, бабуль. Давай. Все, приехали. Дорога кончилась, дальше на своих двоих. Ну что? Кто первый будет дежурить? Я начну. По 3 часа будем. Я тебя сменю. Ну, значит, у меня 6 часов. Пойдем. Чтобы все же было.
Миша! Миш, ты как? Черт, откуда тут усилить? Ты, наверное, местные какие-то отморозки. Валя! Валентин! Валентин! Эй! Что ж с тобой-то? Табак. Что? Табак, говорю. Так в Первую мировую языков брали. Раздражает слизистую до мозгов, парализует нервную систему. Доставь ты его, сам отойдет. Дыши, дыши, дыши. Ну и что с этим теперь делать? Да связать и дело с концом. Волки сожрут. И пусть сожрут. Я ничего не слышу. Радиоуправляемая мина. Похоже на то. Значит, раскопки закончены. Не рубят концы. Свидетели не нужны. Сейчас будут отсюда сваливать. Ну, значит, и мы должны спешить. Я один же не считал. 13. Вижу. Двое курят у машин. Вижу, вижу. Ага. Это водилы. Валентин, возьмешь их на себя? Ну, а мы с Михой начнем голову этому дракону рубить. Понятно. Давай тебе вот этот плешивый, видишь? Вижу. А я займусь любителем ножей. Ну что, поехали? Начинаем. Так. Держись слева от меня и сзади. Без команды не стреляй. Ничего не осталось. Обрез. Они рвутся к машинам. Меняем позицию. Бросай! Все, бросай.
девочка. Захотелось в войнушку поиграть, да? Давай поиграем. Здесь никого. А где золото? Наверняка здесь. Надо быстрее собираться. А ну. Взрывчатка, ложись! Стоять! Стоять! Пристрелю ее! Бросай оружие на землю! Оружие на землю, я сказал! Шевелись. В сторону его. Пристегну. Пристегну его. Что? Быстрее, а то обоих пристрелю. Вот ты сволочь. Давай без вот этих вот соплей. Быстрее. Предатель. Это для вас я предатель, а для своей страны я патриот. Второго. Пристегивай. Ай, красавец. У каждого своя цель и своя работа. Я выполняю свою. Шевелись! Заходи, заходи, не стесняйся. А мы уж вас заждались тут. Да дорога была извилистая. Заприте этого где-нибудь подальше и поглубже. Да, да. Здорово. Ну что, все в порядке? Чего? Ну и ладненько. Все празднуют. Да, я сейчас тоже присоединюсь. Спасибо. Как бетонная стена. Неужели ты не видишь, что я тебя люблю? Лара! Я со школы тебя забыть не могу. Когда ты приходил на юбилей к отцу, я... Мне с тех пор никто не нравится. А слушай, что ты несешь, а? Я тебя в садик водил по просьбе твоего отца. Между нами ничего не будет. С отцом я договорюсь. Ну ты дурочка, ты себя не строй. Давай-ка топай к нашим. Давай-давай, нечего. Данила, нужен. Срочно.
В воде нам не уйти. Миха! Миха! Миша! Слышишь? Твою! Мишка! Ну? Извини, Даня. Подвел тебя. Закончи это дело, накажи. Тихо, 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 Миш, ничего не говори. Спокойно. Обещаешь? Обещаю, обещаю. Обещаешь? Обещаю. Миша, Миша! Миха! Миха! Назад! Назад! Назад, говорю! Капитан, повторяю, глуши моторы и открываем огонь на поражение. Глуши мотор, капитан. Ты с ума сошел? Лара, ты мне доверяешь? Чё стоишь? Снимай с меня эту дрянь! Тебе же погонят за это! Порвёт, ты понимаешь? Не бойся, девочка. Я тебя почти не обижу. Господа, остановитесь! Вы что, конфликт другим человеческим способом решить не можете? Антон Сергеевич, золото у нас. В чем дело? А где партнер? Погиб. Слушайте, вы хотели меня кинуть. Расскажите, как? Это не я, это Зинчук. Замечательно, замечательно. Я так понимаю, это не в первый раз, да? У вас, так сказать, с Зинчуком появился дружеский, крепкий тандем, да? Знаете что? Оставайтесь с ним, а? Пух! Ну, здравствуйте, неутомимый Черский. Знаете, для вас еще не все потеряно. Да. Два варианта. Либо вы со своей девушкой отправляетесь на этот прекрасный белый теплоход, который подготовлен к взрыву, либо вы работаете на меня. А, кстати, место начальника службы безопасности, как вы видели, освободилось. Охранять? Тебя. Мы закончим. Ну, прошу на теплоход. Через 15 минут судно взорвется. У нас как раз будет время выехать на трассу. За что умираем, капитан? Как обычно, за отечество, Миха. За отечество я бы еще пожил.
Огонь на поражение! Товарищ полковник, вы решил немного размяться. Пошел вам навстречу. Спасибо вовремя. Скажи спасибо ребятам из МЧС. Помогли по воде быстро добраться. Теплоход заминирован. Надо срочно уходить. Сейчас разберемся, уходим. Арестован, Черский. У меня есть постановление на твой арест. Теперь тебе пожизненное светит. Спокойно! Кто такой? Полковник Аверин. Оперуполномоченный Клебанов. Это человек, опасный преступник. От моих ребят уже уходит не первый раз. Я потом все по форме доложу. Клебанов, ты тут вообще не к месту. Да поднимите же их! Этот человек... Данила Чарский оказал неоценимую услугу своей стране. Родина его не забудет. Я буду хлопотать о представлении его к ордену. Ну, один бы я не справился. Ну, не скромничай. Всех учтем. Никого не забудем. Все получилось? Ну, Данила все отдал государству. Правильно. Нужно жить по закону. И по совести. И теперь нам есть что отметить. А у меня теперь будет хорошая дипломная работа. У тебя теперь будет не только дипломная работа. Вообще-то 25% по закону принадлежит нам. А это сколько? Ну, это, скажем так, это, например... Остров в океане. И к нему еще какая-нибудь маленькая подводная лодка. Подводная лодка. Прокатишь?
А папа разрешит?